не раскачивайтесь, пожалуйста, а вы ближе. После этого, как попала в кому, у меня проснулась и попросилась в Машу. Я нарисовала трех ангелов. И после этого мама поняла, что я буду рисовать. А после мне самой понравилось очень сильное рисование и особенно пейзажи. Школу художественную заканчивала или... Все еще какие сейчас открываются. А, твой любимый стих вообще? Чем больше всего даже слышишь? Больше всего я интересовалась акрилом на холсте и вместе. Сейчас работаешь над какой-нибудь картиной? Может, есть какой-то целый проект? Ну, пока что еще нет. Скоро. Молодец. Национальному музею и его работникам, которые вложили очень много
залов, выставлены работы начинающих художников, художников уже маститых, известных не только у нас в республике, но уже и во всем мире. Хотелось бы пожелать ребятам, которые сегодня представляют свои работы, еще многих-многих побед, многих-многих шагов удачных в творчестве, чтобы им улыбнулась удача, чтобы они заняли свое место в мире искусства. А если они не пойдут дальше по этому пути, чтобы все у них сложилось замечательно, и вот сегодняшний день остался у них в памяти большим светлым праздником. А нам вы доставили действительно большую радость. Спасибо всем. Спасибо. Ребята, я хочу еще напомнить, что сегодняшняя наша выставка, она проходит в рамках благотворительности. Сегодняшние средства, которые мы соберем, а также средства, на протяжении которых будет проходить выставка, мы будем передавать в фонд Высшей Радуги. И сейчас в зале присутствует представитель этого фонда Аслан Шевельцуков. Пожалуйста, пройдите к нам и немножко расскажите о вашем фонде. Спасибо. Всех приветствую. Начнем с того, что я всех поздравляю с праздником. Но фонд Высшей Радуги вот, существует у нас в этом году юбилей, 10 лет. Основан был в 2012 году. Основное направление – это фонд «Онкобольные дети», но также мы стараемся помогать всем тем, кто нуждается в помощи, вне зависимости от недуга. Фонд у нас, скажем так, довольно-таки без, вот нету там бездушных людей, поэтому любая помощь любого плана в нашем фонде приветствуется. Мы очень часто на протяжении уже многих лет устраиваем как минимум праздники, это и Новый год для всех деток, которые находятся в больницах, у кого нет возможности отмечать даже Новый год дома. В общем, основатель фонда и главный директор – это Мила Диашидзе Качеварева. Хотелось бы также выразить благодарность организаторам этого проекта, чтобы вернулось в наш дом тысячекратно благо. Ну и молодым художникам, неиссякаемого такого вдохновения, чтобы только вперед, только вот с музыкой. Спасибо вам. Спасибо большое. На этом наша официальная часть закончилась. И сейчас мы продолжим, извините, торжественную часть. Вы можете присаживаться или пройти. Спасибо вам еще раз за теплые слова. Продолжаем музыку. Ваше внимание, что у нас на столе находится ящик для сбора. Пожалуйста, от души, кто хочет сегодня сделать благое дело, пожалуйста, мы вас просим отметиться. Итак, продолжаем. Я знаю, что у нас сегодня в зале пришла поддержать своего дядю Малгарова Санеточка. Я хочу ее пригласить, и у нее еще есть творческий подарок. Санеточка, иди ко мне. Приветствую! Расскажи мне, пожалуйста, кого ты хочешь сегодня поздравить и поддержать? Мы ждем после этой выставки, хорошо? Договорились?
Выберешь его работу, если сделать тебе ее подарок. Хорошо? Давай пять. Молодец. Скажи, пожалуйста, какой творческий номер ты сегодня подготовила? Как твоя песенка называется? Моя песенка называется «Я другая». Спасибо еще раз большое, и давайте, наверное, будем заканчивать.
Вы пришли уже записывать самодейство? Александр. Ведь лицо не закрывай. Я не закрываю. Катя, ты не вырывайся. Катюша. Вот. Страшные такие работы, эпизод войны, где мы видим лошадь, и нашу, собственно, уже ребенка, вот эту сцену он видел, да, вот мы видим здесь вот эту зарисовку. Мне нравится дело в основном творчество. Здесь вот эскизы картин академического периода, когда он учился в Академии художеств. Вот это его автопортрет, и он не случайно здесь изображает себя в какой-то буденовке, да, ранее, получал, и награды, вот все его награды.
Я плохо. Детей много в зале, да? Есть дети, да? Есть дети, да? Хочу немножко, чтобы размялись. Можно, да? Так, ребят, помогите мне. Сейчас я буду что-то играть. Честно говоря, я не знаю, как это называется. Что-то популярное. Мне в ладоши, вот так, смотрите.